Жаннокурганские наездники вышли в финал чемпионата страны по национальным видам конного спорта, который проходит в Шымкенте. Наши кокпаристы с разгромным счетом 4-1 обыграли актюбинскую команду и вышли в финал. В предыдущих встречах кызылординцы разгромили мангыстауцев 6-0, павлодарцев 10-2. По аударыспаку в общекомандном зачете наши земляки на втором месте. По жамбы-ату Алтынбек Жеткербай завоевал серебро чемпионата.